Это правда, и в детстве вратаря учат в первую очередь закрыть ближний угол, так как в ближний угол игроку всегда легче попасть. Расстояние до ближнего угла чуть короче, чем до дальнего угла, поэтому вратарь должен закрывать ближний угол, но опять же, смотри какое расстояние. Если тебе бьют за штрафной и вратарь пропускает ближний, да, если, допустим, с правого края тебе бьют и ты закрываешь больше правый угол, а если забивают, то понятно, что вратаря обвиняют, но бывают моменты, когда игрок бьет с близкого расстояния, и там, конечно, у тебя все ворота открыты. Надо стараться ближе смещаться в ближний угол и, конечно же, закрывать его, но расстояние настолько близко, что иногда ты не успеваешь даже в ближний сработать. В общем, в России, ну, по крайней мере, меня всегда учили не гадать вообще. Единственный момент, когда ты можешь гадать, это 11-метровый удар. В остальном нужно стараться стоять в позиции и реагировать по мячу. Потому что если ты начинаешь гадать и не угадываешь, то а мяч прилетает где-то совсем рядом с тобой, а ты прыгнул в другой угол, то понятно, что у тебя был шанс выручить. Как мне, опять же, всегда говорил тренер вратарей, если ты гадаешь, то ты должен угадать. Тогда тебе никто слова не скажет. Но если ты не угадал, значит, будет разбор, и, скорее всего, тебе скажут о том, что для чего ты это делал, если мяч рядом прошел. Ну, обычно в 99% случаев, когда ты начинаешь гадать, ты не угадываешь, а мяч прилетает где-то рядом совсем с тобой. На реакцию возможно отбить пенальти, но, конечно, у игрока больше шансов. И время у тебя настолько мало, что в основном вратари чуть предугадывают. Все разбирают пенальти, как игроки бьют. Также игроки разбирают, куда вратари прыгают и стоят до конца или идут чуть раньше на мяч. Сейчас, конечно, и стало сложнее в какой-то момент, очень много было отбитых пенальти, стало сложнее забивать, но и опять же сейчас игроки более хитрые, больше хитрят, поэтому и отбивать стало сложнее. Иногда бывает, и игроки чаще бьют, смотрят на вратаря и чаще бьют, если вратарь начал в одну сторону чуть раньше заваливаться, то игрок в последний момент поднимает голову, смотрит на вратаря и бьет или катит мяч в другой угол. Поэтому иногда приходится стоять по мячу, и тем самым игрок видит, что ты не реагируешь на мяч раньше времени, и его это сбивает, и у тебя есть шанс выручить мяч, потому что он, скорее всего, ударит где-то рядом и не сильно. Слушайте, ну есть Куртуа, вот вам пример. Высоченный вратарь, который сейчас, наверное, в двойку, в тройку лучших вратарей мира входит. Хотя что входит, он, наверное, лучший. Я не думаю, что я высокий вратарь, я думаю, что по вратарским меркам я стандартный вратарь. То есть мне... Каждый играет за счет своих сильных качеств, да? То есть я всегда был пластичный, как мне кажется, и, наверное, не скажу, что слишком быстрый, но немедленный, довольно быстрый. Поэтому в плане резкости у меня не было проблем. Но опять же повторюсь, если ты высокий, у тебя есть хороший шанс тогда где-то выручать ногами играть, складываться. Есть куча других качеств, за счет которых вратари могут играть. И, конечно же, когда вратарь высокий, легче играть на выходах, легче играть, там, вытягиваться, доставать мячи из углов там, и так далее. Я думаю, что нет, все равно вратарь. И опять же, это требования в каждой команде разные. Но в первую очередь вратарь все-таки должен помогать спасать команду вот именно в воротах. Тут, наверное, вопрос можно поставить по-другому. Если ты часто допускаешь ошибки какие-то нелепые, то, конечно же, это проблема. Но если ты помогаешь команде, выручаешь, но при этом не очень хорошо играешь ногами, то, наверное, тренер выберет то, чтобы ты был надежен на линии. Но опять же, еще раз повторюсь, это требования тренера. У всех тренеров разные требования к вратарям. Кто-то хочет, чтобы вратари больше играли ногами, кто-то хочет, чтобы вратарь по минимуму играл и больше играла команда впереди там, и выбивать мяч вперед. Ну, если бы тренировался, то, конечно, мог... На каждой позиции есть своя специфика. Невозможно так, что вот я вот завтра встану, выйду, отдам перчатки другому вратарю и выйду играть в поле. Но вряд ли у меня получится, вряд ли у любого вратаря получится, потому что каждая позиция, она специфическая, и
наверное, на любительском уровне я бы сыграл. А вот выйти в чемпионате, я думаю, что это крайне сложно. Ну, будут просто ошибки, физически будет не хватать, да, у нас совершенно другая работа, у нас больше взрывная работа, мы много падаем, много встаем резко, да, много ударов, но при этом мы не бегаем по 10-12 километров за там, тренировку. Ну, невозможно убрать какое-то из качеств, которое применяется во вратарском искусстве. Ну, то есть, да, ты позицию хорошо занимаешь, это отлично. Но если надо будет где-то чуть-чуть прыгнуть там в сторону, потому что мяч летит не рядом с тобой, а ты не сможешь вытолкнуться, как ты тогда сыграешь в него? Я думаю, что все должно быть в совокупности, и самое важное, чтобы никакой из элементов не выпадал. Если только у тебя выпадает один элемент, значит, ты становишься нестабильный, и понятно, что где-то какие-то элементы могут быть чуть лучше, чуть хуже, но если у тебя что-то одно выпадает сильно, то, конечно, ты не сможешь играть на профессиональном уровне. Все-таки физическая нагрузка у нас все равно большая, и особенно, когда там идут удары, 6-10 минут, казалось бы, это не так много, но ты реагируешь на каждый мяч, ты все время в движении, ты все время упал, встал, прыгнул, встал, прыгнул, встал и среагировал. Ты, когда ребята бьют мимо, ты в любом случае реагируешь на каждый мяч. То есть ты готов к тому, чтобы прыгнуть, выручить за каждым мячом. Для этого нужно быть хорошо физически готовым, и поэтому каждый отпуск, например, когда нам дают программу в отпуске заниматься, то обязательно есть элемент бега. Причем вот последние там несколько раз в предсезонке тренер по физподготовке давал такую же нагрузку, как и игрокам. И там у нас, например, очень сложная подготовка в отпуске. Мы очень много тренируемся, и при этом тренер говорит, что вы должны стараться пробежать наравне с игроками. Я не могу ответить на этот вопрос точно, потому что у меня никогда не было проблем с весом. И мне всегда говорили: Антон, тебе за отпуск нужно, наоборот, набрать лишний килограммчик два. Чего у меня никогда не получалось. Когда я ухожу в отпуск, я, наоборот, теряю. Скорее всего, я теряю мышечную массу. И тем самым у меня недобор веса всегда. Даже в своем возрасте сейчас у меня нет проблем с весом вообще. Я думаю, что у меня жира, у нас периодически взвешивание и замер жира есть, он у меня всегда практически, если не самый маленький. Ну да, это такой момент, на самом деле, я помню, там, может быть, много лет назад приехали к нам в клуб женщины, которые у нас замеряли жир. И чтобы вы понимали, как это происходит, да, есть несколько методик. Есть методики, ты встаешь на такие специальные весы, у тебя в руках такие ручки, ты их держишь, и, соответственно, вот эти весы супермодные, они взвешивают твой вес, твой жир, ну и так далее, какие-то параметры. Есть другая технология, это такие щипчики специальные, и вот берут вот каждый элемент тела, там рука, нога, вот прям кожу берут кожу и, соответственно, замеряют. И потом разные части тела замеряют, и в итоге дает общий показатель, сколько жира у каждого игрока. И вот к нам приезжала специальная компания, там женщины замеряли, они мне сказали, что у меня дистрофия, по-моему, так они это назвали, что было очень удивительно. Но я при этом играю в футбол, никаких проблем нет и чувствую себя абсолютно комфортно. Но при этом, если посмотреть статистику даже в чемпионате России, то, мне кажется, вратарей капитанов чуть ли не больше, чем игроков, ну, либо примерно столько же. Хотя вратарь в команде один, но при этом, если посмотреть, там Гильерми вратарь, капитан Локомотива долгое время был, я долгое время в Динамо был, Кенфеев в ЦСКА, и вот там Сочи Джанаев, СОС, ну, то есть, если вот взять просто это, сейчас я все, что вспомнил, там 4-5 команд, там практически во всех командах вратари капитаны были. Это не самое главное на поле, может ли вратарь добежать до судьи и начать с ним спорить. Есть гораздо важнее вещи, по которым оценивается капитан. Ну, просто почему-то некоторые думают, что капитан команды должен там на футбольном поле нестись к судье и что-то ему доказывать. Ну, хорошо, ты подбежишь к судье, ты начнешь эмоционально
на какой-то эпизод реагировать, в итоге получишь красную карту, там, желтую карточку за разговор. То есть это может и капитан получить, и любое другое. Ну, в принципе, на поле, наверное, нужно играть. И судья вряд ли изменит, если он там дал штрафной, вряд ли он уже изменит свою позицию и отменит его. Ну, в 90, там, допустим, 5 там, процентах это так. Ну, иногда бывает, что действительно не докричаться до защитников. По крайней мере, вратарь в основном управляет, подсказывает защитникам. До полузащитников точно не докричаться. Ну, или если только стандарт возле твоих ворот, то понятно, что ты всех расставляешь и должен это делать. Что касаемо даже защитников, иногда бывает, да. Ну, то есть мы тренируемся же, мы каждый должен понимать, что он делает на футбольном поле, поэтому в момент игры в любом случае нужно стараться подсказывать, быть в игре. Тем более, когда такое бывает, что игра на чужой половине поля, ты в любом случае должен быть в игре и должен подсказывать защитникам, даже если плохо слышно, но стараться докричаться. И в принципе, когда даже полный стадион, это реально. То есть, если когда игроки ставят мячи на линию штрафной, то из-за штрафной бьют, да, серии. По сути, это та же самая серия, только еще у тебя в штрафной будут свои и чужие игроки, которые будут тебе мешать, и больше шансов, что ты можешь пропустить. Стенка, она, конечно же, помогает вратарю. Он может поставить стенку в один угол, и вторую часть, вторую половину ворот перекрывает сам. Но иногда бывает, что вратарь очень хочет от большого желания выручить команду и предугадать ситуацию. Иногда бывает, что вратари ошибаются и пропускают в свой угол мяч. Тогда, ну, это считается ошибка. Это очень важно, кстати, видеть мяч и видеть тот момент, когда игрок бьет по нему. Тогда больше шансов тебя выручить, потому что если ты не видишь мяч и просто стоишь, то у вратаря есть там порядка 3 секунд, когда ты можешь резко сработать на мяч. После 3 секунд уже ты так резко не пойдешь. Особенно если ты не видишь мяч, то ты еще и запоздал. Запоздалая реакция у тебя будет, запоздало движение. Ну, может быть, такое есть, я не знаю о таких суевериях. У меня всегда была только одна вещь, это я дал несколько раз ребятам, когда в школе был, свои вратарские перчатки, они хотели поставить в них после тренировки. В итоге они мне вернули их рваными, потому что там, если мы падаем, то мы там не падаем на руки, да, вратари, ты в основном падаешь, ловишь мяч и ложишься на траву или там прыгаешь, падаешь телом, то игроки, конечно, они не умеют правильно падать. И так получилось, видимо, они там отбивали ногами, при этом руками вставали за счет перчаток, за счет рук, там, ну и так далее. В общем, и порвали мне их. Поэтому с этого момента это больше не суеверие, это просто тот момент, что перчаток не так много обычно всегда было у меня, особенно в детстве. Я решил, что перчатки не стоит давать ребятам, потому что быстро порвут. Ну, потому что все любят нападающих, потому что все любят, когда залетают мячи, когда забивают голы. Потому что вратарь — это та позиция, когда ты максимум, что можешь сделать, это не пропустить мяч. И все делают для того, чтобы голов было больше. Ну, опять же, в начале разговора я об этом сказал. Это факт. Для того, чтобы футбол был зрелищным, для того, чтобы болельщики приходили на трибуны, вряд ли болельщикам было бы интересно, когда счет был бы 0-0, 0-0, 0-0, там, с минимальным количеством забитых голов. Поэтому, так как все делается для того, чтобы команды забивали, соответственно, вратарь — это та позиция, которая будет пропускать, да, последний рубеж, последнее звено. И поэтому нападающие всегда в основном будут получать золотые мячи, так как все любят, когда игрок забивает или игроки забивают голы. Я никогда не испытывал забитый гол в официальных играх, поэтому я даже не знаю, что здесь ответить. Ну, в качестве, наверное, опыта было бы прикольно забить. Но, опять же, в основном нужно делать свою работу. Да? Моя работа — это защитить ворота и не пропустить гол. Поэтому мне даже, наверное, если бы я забил, я бы радовался за команду, но в какой-то степени я бы не то что переживал бы, но мне было бы где-то внутри обидно за вратаря, которому забил.